Итак, друзья, мы находимся с вами в Мариинском парке, перед зданием, которому уже, представьте, больше 250 лет. Это Мариинский дворец. Почему возник здесь этот дворец? Потому что русская императрица Елизавета Петровна, когда она здесь останавливалась в Киеве, еще в это время не было царственных палат. И вот она посчитала это очень неудобным и решила вот построить в таком прекрасном месте такой вот замечательный дворец. Кто его любимый архитектор Елизаветы Петровны? Это Бартоломео Растелли. И вот почему она захотела вот именно в этом месте построить? А все дело в том, что она любила ходить на службу Киево-Печерскую лаву и захотела вот именно построить, чтобы это он как бы был по пути к Киево-Печерской лавре. Если вы вот бывали в Киеве, заметьте, что стиль очень похожий, так, в том же стиле, как Андреевская церковь. А все потому, что строил один архитектор. И знаете, всегда этот дворец окружал море зелени. И поэтому, наверное, здесь любили останавливаться члены семьи Романовых. Но больше всего, конечно, этот дворец любила посещать мать русского царя Николая II, Мария Федоровна. И вот она здесь останавливалась. И, наверное, поэтому был и назван дворец в честь ее имени Мариинским. Ну, а сегодня этот дворец называется так, скорее всего, от Мариинского парка. Ну, а на... дальше мы продолжаем наш маршрут и пойдемте смотреть прекрасные панорамы Днепра и к нашему очень известному скляному мосту.